товарищи, ну можете ли вы понимать суть? А если вы можете ее понимать, то скажите мне, ну есть ли загробная-то жизнь-то или нет? Про загробную жизнь это вам лучше у батюшки спросить, да? Это его специалист. Батюшка знает! Батюшка! Вам как отвечать? По религии или по совести? А какая разница? Колоссальная! Можно еще и по науке сказать. А, мне по-верному? В религии есть, по науке нет. А по совести никому не известно. Никому. Значит, ничего и спрашивать? Да зачем же вам спрашивать? Вот чудак! Вы же сами минут через 30 узнаете.